Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области пасмурно, местами осадки в виде снега, днем минус 1, минус 4 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем минус 2, ночью также минус 2 градуса, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и небольшой снег, температура воздуха днем минус 1 градус, ночью 3 с минусом, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег. Днем минус 2 градуса, ночью 4 ниже 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.